этого. Возможно, корейская тема. Ну, название стрима надо изменить, да, но вопрос в том, на что изменить. Мы же изменяем по выбранной ачивке, надо выбрать ачивку, и тогда сразу меняю. Что, все-таки Рюриковичи? Что тут еще есть? Сомали. Манипур. Бенгальский регион и переконвертить в анимизм. Зафизан контролировать 90% торговой силы Туниса, Катсины, Сафи и Тимбукту. Занубийскую культурную нацию, владейте египетским регионом как своим. За Кубу. Ну и еще есть, соответственно, непосредственно ачивка, так и называется, Mare Nostrum, как и DLS. Воссоздать Римскую империю и владеть Средиземным и Черным морем как внутренними. Что, Рюриковичи, да, все-таки? Ну, раз Рюриковичи, так Рюриковичи, не знаю. Римскую империю воссоздавать, а из кого? Там вариантов много, в принципе. Кроме, грубо говоря, орды, в принципе, ордынских, по-моему, можно все, за кого угодно воссоздать. Кроме орды. Можно за Рагузу сразу две ачивки выполнить и лидировать в лиге, торговой лиге, и воссоздать Римскую империю. Адоев. Ого, тут дисциплину добавили. Боже ж ты мой, 2,5 аж. Пять налогообложения. Стоимость мерков 10. Бог ты мой. Здесь ничего не меняли, да, больше? Я просто не запомнил. За Адоев? Ну, что-то они какие-то донные, честно говоря. У них что-то все по 5 тут вообще. Рязанские братья как-то поинтереснее выглядят с точки зрения... с точки зрения мощи их. Князь Александр Брюхатый.
Надо сделать Великую Римскую империю. Рязань, это я. Ох, я вот, кстати, за папу никогда не играл. Что-то он такой мощный. Жуть. Жуть просто, какой он мощный. Офигеть. Просто офигеть. Еще и агрессивка у него минус 10. 20 налогообложения. Представляете? 20% папе дается. Обалдеть. Еще и дисциплинка есть. Да папа какой-то, папа злодей какой-то, честно говоря. Так у Кипра побольше теперь даже комбатки галер, чем у Венеции. Нет. Подумал больше. У Венеции 25. Привет, Биг Брайт. Мы выбираем ачивку. Не знаю, что-то сомневаюсь я насчет. Не знаю, сомневаюсь я насчет воссоздания Римской империи. Ну да, зарезание я пробовал на прошлом патче, но что-то не знаю я как-то. За берберов кого, за кого-то можно, кстати, попробовать. Там же у них своя механика есть. Можно и за Кубу попробовать в Африке. Куба, Луба. Колундве. Лунда. Конгандонга. Луанга. Видя speak English, you French piece of I speak Russian. Your French, блин. О боже мой, что это? Что это? Кто это зашел сюда? Водка, бирс, Путин. Чувак просто гениален. Genius штамп. Представляете, ребят, первый раз воспользовался вот этой темой, я даже не все пытался это все пытался найти, как же это сделать. Все пытался найти, как это сделать, пока все получилось у меня. Все супер. Ладно, давайте тогда Рюриковича все-таки выберем.
А все, парни, уже это без разницы. Давайте все-таки Рязань. Девять девелопмента, это вообще законно? Или совсем по харду пойдем за Адоев? Ладно, давайте по харду за Адоев. У них и герб такой красивый, орел, все дела. Все, сейчас меняю стрим. Название стрима. Так, как он там... Вот, нашел. Так. Сейчас, секунду, название быстро поменяю. Все, должно название поменяться, проверьте. Все, все good. Так, что у нас есть? Что у нас есть? Провинция Адаев, 9 девелопмента, с зерном, зашибись. Так, ну, самое позитивное из всего этого, это то, что мы, грубо говоря, у нас никаких ни с кем отношений нет, и мы ничей не вассал. Сразу это задание берем определенно. Бог мой. 1500 дохода. Реально? Москва нас обожает. Говорит, want your province. И все тут просто. Ну, не знаю, давайте попробуем с Москвой задружиться, если получится. Хотя, hostile relation. Адоев может создать Россию. Рязанская там культура. Рязанская там культура.